двух территориях по двум избирательным округам сельских поселений выборы у нас не состоялись. Законодательство у нас говорит о том, что если у нас в текст бюллетеня внесен всего лишь один кандидат, а такие случаи у нас хоть немного, но они есть, больше никто не выдвинулся просто по территории, по конкретному округу, то тогда он должен набрать более 50% голосов избирателей, то есть 50% плюс один голос, от числа принявших участие в голосовании. Вот, к сожалению, в Казанском сельском поселении Вагайского муниципального района по 6-му округу против выдвинутого кандидата от ЛДПР проголосовало больше, более 57%, чем набрала сама кандидат. 42,86. И еще одна у нас такая же территория, это Ворогушинское сельское поселение Тобольского муниципального района, где также кандидат против всех по 7-му избирательному округу набрал, говорят, голосов больше, там разбежка не такая большая, но она есть, 49,17 за, и получается 46,67 за кандидата и против 49,17%. Вот эти вот две территории, где дополнительно будут назначаться и проводиться выборы уже за рамками единого дня голосования.